Hello, dear children. How are you doing? You need entertainment in the media. Lesson 24. Student's book, page 29. The topic of today's lesson is entertainment. Let's start our lesson. Module 3. Entertainment and the media. Exercise 1, page 29. 1. Play online video games. 2. Watch traditional dancing. 3. Go to a water park. 4. Take a guided tour of a museum. 5. Attend a concert. 6. Read a novel. 7. Go to the theatre. Okay, you listened these word phrases in English and repeated, yes? Please look at these pictures and after, please look at the exercise number 3 here. When was the last time you did one of these activities? What was it like? Tell the class. Скажите, какое из этих действий вы последний раз совершали, да? На что это было похоже? Как это все было? Расскажи. For example, the last time I played online video games was last week. It was fun. Последний раз, когда я играла онлайн видеоигры, это было на прошлой неделе. Это было весело. Таким образом, вам следует составить с каждым словосочетанием, которые даются здесь, под картинками, такие предложения. Обязательно нужно написать сначала полноценное предложение. Можете начинать как в примере. The last time, потом дальше. I took, да, в прошедшем времени пишем, past simple, используя a guided tour of a museum. Was, тоже прошедшее время. Дальше, например, можете писать last month, прошлый месяц, да? It was very interesting, можете написать. Примерно так составляем, значит, свои предложения. Next task. Please look at the exercise number 2. Which of the forms of activities in the pictures do you like best? Why? Use the adjectives below. Значит, используя имена прилагательные, которые здесь даются, да? Interesting, educational, informative, exciting, entertaining, fascinating, enjoyable, engaging. Эти имена прилагательные используя, вам следует написать также, какие формы этих деятельностей, которые изображены на картинках, да, вам нравятся больше всего и почему. Например, I like playing online video games because they're exciting. Я люблю играть в видеоигры, потому что они захватывающие, да. А здесь, если вы обратили внимание, то используется конструкция I like, yes, после like. Обязательно смысловой глагол идет с инговым окончанием. Например, если play online games, вам нужно написать I like playing online games, yes? Или же можете написать I like to play online games, да? Because, потом причину называйте, they're exciting, they're enjoyable. Вот примерно так.
А если вот, например, если после глагола like, вы можете использовать частицу to и потом написать глагол в инфинитивной форме. Значит, вот в двух видах можете написать свои предложения, да? Самое главное здесь, чтобы было грамматически правильно. I like playing можете написать, или же, например, I like to play, да? Next task. Homework. Теперь открываем свои workbooks, yes, on page 20. And do please exercise 1 and 2. Здесь, значит, 20-я страница workbook. И выполняете упражнения номер 1 и 2. Первое упражнение. Entertainment and the media. Match the two columns to form phrases. Вам нужно соединить две колонки, слова в двух колонках, для того, чтобы получить словосочетание. Например, video games, traditional, что будет у нас? Далее, water, guided, rock, engaging. Теперь, во второй части, be, используйте эти словосочетания для того, чтобы формировать полноценное словосочетание, то есть, которое состоит из глагола и из имен существительных, да? Watch, например, что можно посмотреть? Take a, что можно взять? Play, что можно играть? Там то, что вы образовали словосочетание, используете теперь для того, чтобы образовать целую фразу, да? Next task, label the pictures. Потом вот эти фразы, вот этими фразами, значит, называете здесь картинки. Картинки, что там показано на картинках. Так, next task. Теперь упражнение номер 2. Use a key to fill in the gaps. Нужно использовать вот ключи, которые даются здесь, да? Например, одна звездочка, это где у нас стоит? Одна звездочка, значит, пятое предложение, да? I learned lots of interesting facts when I went to the science museum. Да? Примерно так, значит, используя прилагательное, пишем данное упражнение. The lesson is over. Have a nice day. Goodbye.